Приветствую вас на канале SportCards. Начинаем 43-й по счету Instagram брейк хоккейный. Продолжаем вскрывать под все коллекцию лидеры сезона 19-20. В качестве бонуса у нас блок по базовой коллекции 12-го сезона. Два блока по 24 пакета. Начинаем с топового. С топового блока 10 малотиражных карт внутри него. Ну а также базовые карты с лучшими игроками КХЛ и ЖХЛ. Все пакетики. Удачи участникам. Поехали. Начинаем. Миронов, Динамо Москва, Кулда, Северсталь, Белялов, Акбарс. Чувствуется более толстая глянцевая карта в этом пакетике. Начнем с базовых карт. Барулин, Нефтехимик, Вовченко, Северсталь. И первая параллельная карта, видите, с синим обрамлением, более толстая. Это Александр Лазушин, Локомотив. Тираж этой карты 10 экземпляров. Так выглядит обратная сторона. Тиражом 10. Доус, Автомобилист, Вишневский, Спартак, Меркушева, Динамо Санкт-Петербург. Так, еще одна редкая карта. Пока Красиков, Сибирь, Юханссон, ЦСКА и золотая. Золотая параллель, тираж 5 экземпляров всего лишь этих карт. И повезло Нефтехимику, это Зак Митчелл. Такая вот параллелка. Давайте ее для начала вот сюда поставим. Чего-то надо начинать. Сверхмаленький тираж. Снова Нефтехимик. На этот раз Шерыченков, Тачицкий, Сочи и Макеев, Витязь. По Нефтехимику как-то много сразу карт на старте брейка. Базовые вот малотиражные. Принц, Динамо Минск, Покка, Авангард, Сосина, Агидель. Так, здесь что-то интересное нас ждет. Пока Сапрыкин, Витязь, Демченко, Металлург и карта матчей плей-офф. Каждому из матчей посвящена отдельная карта, также малый тираж. И это именно карта посвящена матчу Борис-Металлург. 4-0 выиграл Борис. Видите, счет по периодам. На обратной стороне посмотрим, какая информация. Это четвертьфинал конференции. Третий матч проходил в Нур-Султане. Борис победил 4-0. Соответственно, эту карту нужно будет разыграть между Борисом и Металлургом, так как тираж на самой карте не указан, номер карты. Сегодня попробуем разыграть не в сторис, а посредством обычного шарика при записи брейка. Итак, первый раз бросаем за Борис, потом за Металлург. Кому выпадет больше баллов, тому команда, тому эта карта и достанется. Ну что ж, Борис. 2. Металлург. 5. Итак, карта достается Магнитогорскому Металлургу. Ну, а точнее, участнику, который взял эту команду в данном брейке. Первый раз нам попалась карта, посвященная матчу плей-офф. Ну, потихоньку знакомимся с разными подсериями. Далее, Расмуссен, Металлург. Семин, Витязь, Яковлев, также Металлург. Но Металлург потихоньку выходит в лидеры этого брейка. Ну а здесь у нас печатная плата. Тираж 1 из 1 и повезло. На этот раз Амуру, Гинек, Загорна. Вот так выглядит эта карта металлическая. Плата, которая использовалась при печати карт Гинека, Загорны. Тираж 1 из 1, соответственно. Вот так выглядит обратная сторона, где все подтверждено, что в единственном экземпляре такая плата существует. Двигаемся дальше. Тарасов, Динамо Москва. Золотая параллель. У нас еще одна золотая. А, предыдущая была, наверное, серебряная. Тяжело при таком освещении поймать золото-серебро. Но вот это как раз серебряная, скорее.
Да, золотым отливом. Это Андрей Кореев, Салават Юлаев. Напомню, у серебряных тираж 10 экземпляров, у золотых 5. Марченко, СКА. Митчелл, кстати, тоже при детальном осмотре скорее серебряный, нежели золотой. Бочаров, Динамо Москва, Линдбек, Торпедо, Горалкова, Бирюса. Смит, Пелли, Кунь-Лунь, Зуб, СКА, Накладал, Локомотив. Ох, интересная карта. Двойная джерси. Двойная джерси матча звезд с фрагментами формы Якова Рылова и Гинека Загорны. Вот Загорна у нас попал и в разделе платы один из одного, ну и в джерси тоже. Соответственно, разыгрывать будем между Спартаком и Амуром. На лицевой стороне у нас слева Спартак, справа Амур. Карта имеет четный номер, следовательно, достается Амуру. Ну что ж, у Амура супер. Супер брейк пока складывается. Плата один из одного Загорная. И двойная джерси матча звезд также с участием этого хоккеиста. Отличный брейк Амура. Хапала, Йокерит, Кейлов, Трактор и Васюкова, СКСО. Красиков, Сибирь, Граньяни, Динамо Минск и автограф. Автограф Вадима Шипачева. Московская Динамо. Первый номер из 5. Вадим Шипачев. Участник плей-офф. На обратной стороне подтверждено то, что это оригинальный автограф данного игрока. Ну и тираж всего лишь 5 экземпляров. Ну что ж, мощные хиты у нас идут. Эштон, Динамо Рига. Ну вот сейчас уже, по-моему, точно, да, золотая параллель. И золотая параллель по минскому Динамо. Тираж 5 экземпляров. Это Марк-Андре Граньяни, Динамо Минск. Тираж всего лишь 5 экземпляров этой параллельной карты. Вот и по минскому Динамо выпал сильный хит. Далее Белялов, Акбарс. Ландер, Лока, Ушенин, Амур. Пустинин, Сибирь. Старченко, Борис, Ермаков, Сибирь, Кондакова, Торнадо. Мёрфи, Нефтехимик, Ганзел, Спартак, а под ними карта из-под серии «Национальные лидеры». И здесь у нас Савинайнен и Голышев, и Йокерит, и автомобилист Финляндии и России. Кому достанется карта? 12 номер из 15. Четный тираж, соответственно, игроку, который, точнее, команде, которая справа на карте, на лицевой стороне, то есть автомобилисту. Автомобилисту достается эта шикарная карта. У нас много спорных карт двойных. Сразу 3, как видите. Но распределили в соответствии с условиями брейка, так что, я думаю, никаких претензий быть не может. Брейк — это своего рода лотерея, так что удачи здесь никто не отменял. Нестрашев, Металлург, Кузьменко, СКА, Маннинен, Салават Юлаев. Шарибзянов, Нефтехимик, Вихарев, Адмирал. И синяя параллельная карта тиражом 10 экземпляров. Игорь Сапрыкин, Витязь. Еременко, Динамо Минск, Рейдеборн, Акбарс, Сюетин, Ванки Рейс. Последние 2 пакетика, много хитов уже надоставали сегодня. Ип, Кунь-Лунь, Гарипов, Авангард, Франсон, также Авангард. Ну и последний пакетик. Что-то интересное здесь должно быть. Рылов, Спартак, Романов, ЦСКА и... Еще одна отличная карта, тираж всего лишь 10 экземпляров, одиночная карта под серией «Национальные лидеры». И здесь у нас Микаэль Викстранд, Акбарс,
шведский легионер. Ну что ж, отличная карта. Шикарно смотрится. Давайте ее рядом с другой картой из этой подсерии поставим. Ну что ж, на этом по блоку новой коллекции лидеры сезон 19-20 закончили. По-моему, шикарные карты достались. Не всем командам, конечно, достались суперхиты, но это брейк, так бывает. Ну и бонусный блок, базовая коллекция КХЛ. Также 24 пакета, по 5 карт. 3 малотиражных карты, скрипт, автограф, карта ЖХЛ и карта под серии трансферы. И много базовых карт по вашим любимым командам. Приступаем. Клинхаммер, Авангард, Марченко, ЦСКА, Жиганов, СКА, Косов, Трактор, Щихура, Торпеда. Загорно, Амур, Коварш, Автомобилист, Пустинин, Сибирь, Рылов, Спартак, Тихомиров, Торпеда. Еременко, Динамо, Москва, Фазылзянов, Акбарс, Александров, Сочи, Шустер, Куньлу, Нестрашил, Металлург. Кимпайнен, СКА, Паре, Динамо, Минск, Рекламка, Лямкин, Акбарс, Светлов, Адмирал. Василевский, Автомобилист, Чайковский, Динамо, Москва, Лехтонин, Йокерит, Регин, Йокерит, Расмуссен, Металлург. Слепышев, ЦСКА, Лямкин, Акбарс, Еременко, Динамо, Минск, Княттинин, Витязь, Федотов, Трактор. Вей, ЦСКА, Светлов, Адмирал, Рясинин, Йокерит, Доугалинч, Спартак, Варнаков, Торпеда. Ланхаммер, Амур, Галимов, Акбарс, Дерябин, Динамо, Минск, Шабловский, Спартак, Ландер, Локомотив. Козлов, Авангард, Лалонт, Адмирал, Алтыбармакян, Сочи, Мёрфи, Куньлунь, Паршин, Металлург. Онил, Йокерит, Гольц, Северсталь. И скрипт-автограф. Куньлунь, Брэндон, Ип. Обратная сторона карты. Ну что ж, вот хиты по Куньлуню. Ну давайте вот сюда поставим. Белялов, Акбарс, Загорно, Амур. Видель, Борис, Юдин, Акбарс, Мияналанин, Йокерит, Рясинский, Нефтехимик, Лазушин, Локомотив. Еще половина пакетов у нас не открыта. Холланд, Автомобилист, Охтама, Борис, Норман, Йокерит, Йормак, Витязь, Атюшов, Нефтехимик. Фреттин, Акбарс, Сорокин, ЦСКА, Якупов, СКА, Гончарук, Торпеда, Хант, Куньлунь. Журавлев, Акбарс, Дедунов, Авангард, Пельтала, Сибирь, Дакоста, Локомотив, Николенко, Металлург. Дацук, Автомобилист, Рейдеборн, Акбарс, Хартикайнен, Салават Юлаев, Мисюль, Локомотив, Барулин, Нефтехимик. Димков, Динамо Минск и карта под серией ЖХЛ, Анна Шохина, Торнадо, форвард этого клуба. Трушков, Адмирал, еще карта под серии трансферы, из малотиражных нам не попадалось, но еще достаточно много базы. Плюс ко всему Паскуали, Борис, Зернов, Авангард, Эллиот, Динамо Минск, Вишневский, Спартак, Артюхин, Витязь. Акулов, ЦСКА, Вихарев, Адмирал, Галинюк, СКА, Смит, Куньлунь, Орлов, Торпеда. Покаринин, Борис, Бабков, Авангард, Эронин, Йокерит, Одел, Металлург, Грубец, Куньлунь. Кемпе, ЦСКА, Ли, Акбарс, Евенко, Динамо, Минск, Пьерви, Свенсон, Локомотив, Авраменко, Металлург. А вот здесь как раз трансфер, по-моему. Шрёдер, Торпеда, Петров, Сочи. И трансфер Павла Дацука. Вот так вот, такой вот хит
на концовочку брейка из СКАВ «Автомобилист» перешел в родной клуб «Павел». 22 номер из 30, и снова четный. У нас, по-моему, все номера в этих спорных картах были сегодня четные. Соответственно, карта достается «Автомобилисту», клубу, куда перешел Павел Дацук. Ну что ж, шикарный хит, давайте вот сюда поставим. Все-таки мне кажется, что любая карточка, тем более малотиражная, с волшебником, она безусловный хит любого брейка. Байков, «Динамо Москва», Плет, «Автомобилист», Шипачев, «Динамо Москва», Пашнин, Салават Юлаев, Тришин, Спартак. Последние два пакетика. Викстранд, Акбарс, Юханссон, ЦСКА, Ниеми, Йокерит, Подакин, «Нефтехимик», Генуэй, «Торпедо». И последний пакетик. Игнатович, «Амур», Еремчук, «Авангард», Кадола, «Северсталь», Щербак, «Трактор», Зубов, «Спартак». На этом все. Участвуйте в брейках. Всем удачи. Пока.